Опачки, 6 предметов. И ту-ду-ду-дум, есть какой-то боец! Привет, друзьяшки, лубашки! Меня зовут Лавинья, и сегодня я играю в игру Бравл Старс. Сегодня я сыграю бой с новым скином Рико, Светлячок Рико. А в конце я открою 19 наград. Надеюсь, мне выпадет боец. Погнали! Каждый сам за себя, Бравл. Сундучара, вот так вот убираю сундучара, смотрю, там кто-то есть или нету. Иду сюда, нет, там есть генерал Гавс. Понятно, бегу к этому сундучку, убираю его. Вон там, посмотрим, что сейчас будет твориться. Ага, там она, бегу сюда. Ее будет чуть-чуть сложнее убрать. Попробуем, походу там уже никого нет, но если я высунусь, она будет стрелять, я так понимаю. Поэтому бегу дальше, у меня уже две эти баночки. Бегу, остановиться не могу. В общем, бежим, ищем игроков, вообще мало ли, из-под кустов еще вылезут. Угу, тут кто-то есть? Ага, тут никого нету, я так понимаю. И там тоже, вот там баночка, может кто-то там стоит. Там Леон, у Леона мало здоровечка, я его хочу убрать. Есть, я его убрала, плюс 3 баночки мне. Ага, да-да, давай дружить. Я знаю твой дружить, поэтому получаю. Ладно, он убежал, хорошо. Вон там этим. Ага, она ж туда залезла. Понятно, побежали дальше. Тудышеньки, смотрю, что тут происходит. Нас 5, а я увидела только 2. Где еще? Там, походу, еще один не показался. Или там кто-то стрелял? Вон, да, там кто-то стреляет. Только не пойми кто. Там кто-то есть? А, там никого нет. Хорошо, иду сюда. Вот, ждем остальных, пока что-то начнется. Бегу тудышеньки. Я вижу, он хочет в меня пострелять. Получай. Понятно, все. Дальше иду сюда. Дальше сюдышеньки. И там, в общем, одна в углу пытается выживать, я так понимаю. Вот она там стоит. Выживает. Надо бы мне уйти с угла, а то опасно как-то находиться тут. Вот, сейчас. Опа. Ой, и там кто-то чисто так возродился посерединке. Получай супером, вот так вот. Получай. Ага, она еще одну себя создала. Ну, сейчас главное убрать ее, эту главную. Супером, вот так вот. И есть, выиграла. Ух, а я думала, все, прощайте. Ты лучше всех, круто. Ну, а сейчас кейсики. У меня 23 награды, надеюсь, мне кто-то выпадет. Мега ящик, открываю. И тут 204 монеты. Генерал Гаус плюс 14. Пенни плюс 21, давай светись. Пайпер плюс 22, Пока плюс 29 и не светится. Ну ладно. Шелли плюс 48, получено. Дальше большой ящик открываю. Давайте мне бойца. 80 монет, 8 бит плюс 8, Эш плюс 8 и Гейл плюс 14. Следующий ящик. Опа, набор значков. Эль Прима, Спраут, Биби, прикольно. Теперь большой ящик, открываю, и тут 27 монет. Плюс 24 на любого бойца, и остался один предмет еще. Эх, я думала, что-то редко, тут гаджет, ну как так? Окей, кому бы это отдать? Давайте отдам это Эмс. Вот, держи Эмс, дальше. Мини-ящик, давайте, 30 монет. Рика плюс 4 и Шелли плюс 6. Теперь большой ящик, 75 монет. Сквик плюс 9, 100 плюс 20 и Беа плюс 20. Угу. Мега ящик. Надеюсь, тут-то уже выпадет боец. Опачки, 6 предметов. 188 монет, Рика плюс 15, Дэрил плюс 20, Спрат плюс 30, Леон плюс 42. Давайте редкое что-то. Калет плюс 70 и ту-ду-ду-дум. Есть какой-то боец. И кто это? Новый боец. Гром, разрушитель, эпический. 9 из 9. У меня теперь есть все эпические. Стражник Гром всегда на чеку, атакует броском рации. Его супермощная бомба, разрушающая стены. В общем, очень крутой боец. Вы только посмотрите, какой он красивый. В следующем видео я буду играть за него. Погнали! Получено! Ура! Наконец-то Бравл Старс меня услышал. Большой ящик. Открываю, 75 монет. 8 бит плюс 10. Джеки плюс 10. 100 плюс 30. Получено. Мега ящик, открываю, 228 монет. Фрэнк плюс 10, Тара плюс 12, Белль плюс 13, Беа плюс 61 и Поко плюс 65. Хорошечно, теперь мини ящик, открываю, 18 монет, Нани плюс 6,
и динамайк плюс 15. Получено. Большой ящик. Открываю. 102 монеты. Джин плюс 11. 8 бит плюс 14. Фрэнк плюс 20. Получено. Теперь осталось 3 ящика. Открываю. 57 монет. Динамайк плюс 11. Пенни плюс 20. Белль плюс 20. Угу. Дальше мини-ящик. Открываю. И тут 12 монет. Коль плюс 4, Пайпер плюс 8. Угу. В общем, очень круто, что выпал боец. Я очень рада. Теперь большой ящик, открываю его. 53 монеты, Мортис плюс 9, Джин плюс 14 и Биби плюс 30. В общем, вот такие вот прикольные наградочки. Мне очень понравилось. И самое больше мне понравилось, когда выпал боец. Но это всем нравится. А сейчас давайте я на него посмотрю. Ну, друзьяшки-лыбашки, ставьте лайкусик, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик. Всем поки-поки! Ждите следующих видосиков. Уи!